Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем пройти руху под названием Borderlands 2, и это у нас DLC. Вообще, это пак DLC, да, у нас охота за головами. Так, быстро, закупаюсь гранатами. Короче, хотел я получить всех рыбок, блять, я чекнул, где они находятся, но чтобы получить рыбу, мне нужно заново убить влюбленных. Но третий раз я уже не могу их убить. Они очень сильно меня ваншотят. Поэтому, увы, мы сундук не откроем. Так, маяк Магниса. Ржавь. Скала сверху, убежище. Ага, самогонный остров. Техбахи. Налет на цифровой пик. Южная петля. Давайте, наверное, остров Техбахи, да? Или нет? Или да? Да, пойдем с вами. Ух, а я думаю, ты знаешь, что это за место? Короче, нам нужен налет на цифровой пик, походу. У нас вообще что? Это кажется у нас обычная борда. А не. Добро пожаловать на арену. Вы можете найти меня по следу из слез и блевотины. Рвотные массы принадлежат лично мне, так что советую повернуться ко мне спиной. Потом сюда вернемся, окей. Это у нас долцы в виде арены. Так, мордобой. Магазин Маркуса. Ущелье обжор сову. Вспомнил. Вспомнил. Потом остров Техебахи. Ущелье обжор, то хорошо. Добро пожаловать на праздничную жизнь. Страсть насилия, корпорация Торг. Сегодня мы увидим, как искатель хранилища традиция с главным усатым пожирателем. Сумеете ли искатель хранилища наконец-то одолеть непобедимого восхитительного голодного усатого пожирателя? Не знаю, сейчас посмотрим, что вообще по оружке. Я всегда готов купить то, что тебе не нужно. Бац, бац, бац. Так. Ну, DLC на самом деле специфическое. Вот это. Но сначала я возьму интервью у единственного участника, выжившего в поединке с пожирателем. Отвечаем на вопросы. Как поживаете, какой ваш любимый цвет? И вы видели тот фильм с собакой? Баскетболь, когда вы впервые поцеловались, когда-нибудь его увидели? Сквир про пса? И какой из вам нравится? Потрясающе. Еще один вопрос. Как вам моя растительность на лице? Спасибо. Как вы оцениваете шансы искателя хранилища в бою с голодным усатым пожирателем? Победит ли он или умрет? Ваши соображения. Похоже, вы уверены. Еще вопросы, кто... Так, кто самый красивый человек на Пандоре? Какие ужасные вещи вы говорите? Ведь Элли Сколи 10. Попробуйте шире смотреть на красоту осел. Нет, с вами больше не разговаривают. Похоже, в красоте вы, мягко говоря, не разбираетесь. Ой, похоже, у нас закончилось время. Мы вернемся после сообщения от нашего спонсора. Да, что тут происходит? Эй, иди сюда! Я шепчу тебе кое-что по секрету. А ну давай. Или ты сер...
Реально говорю, будь с пожирателем подстава. Сведения рекатарации Торг сделал его победимым, чтобы он сожрал участников и принял нам популярность в Эхонете. Но я не хочу твоей смерти, потому что ты мне нравишься. А черт, я уже не шепчу, облом. Тебе нужно преобразовать на кухне, всем убить, отправить пищу пожирателям, когда я нет подействую, ты сможешь его убить. Помимо всего, ничего мне не нужно, его труп. Его сожру. На вид он довольно вкусный. Увар. Обжора. А по обжарке. О. Вот это новый типа сейф, окей. Давайте туда сейчас попозже, я хочу к той бабульке сходить. Номер один бабушка. Я не могу. Ладно, тогда погнали на кухню. Место довольно большое, если брать именно локацию. Мы снова в эфире! Искатель хранилища на кухне. В сегодняшнем меню новое блюдо. Убийство, искатель. Искатель, убей шеф-повара. Критическое попадание. Блин, все-таки когда предлагали там в определен... Супро... Блять. В сопротивленном уровне туда идти, нужно было идти. А то теперь, мне кажется, я вообще... Теперь мне кажется, что я вообще ни хера не смогу здесь. Потому что враги, увы, тоже становятся сильнее. Ага, маска не спасла, да? Чё? Типа я из шапки ему выбил еще одного челика. Что у тебя по кикбоксу, алло? Даун. А, я попал, найс. Много вынес? Нет. Классно. Говорит Антонио. Смит, президент корпорации Торг. Если ты хочешь остановить в живых, не обращайте внимания на указания Торга. Шеф-повар убитый. И теперь мы сами можем приготовить еду для пожирателя. Подберись до холодильника. О, тихо. Слишком улучшенная. А, ну тут минус, смотрите. Но у меня здесь будет минус. Нет. Я не хочу. Да я не хочу. Так. Блин, нет, вот тут здоровяк он был довольно сильный, потому что я ему даже ни хера не вынес. А вот здесь много денежек дают. Как на это не посмотреть? Черт, дверь заперта. Сейчас включу программу взлома замка. Отмычка! Трам-прам! Тихо. Тут дают нормальный денег, у нас уже с вами 1 млн. Участник в место хранилища не допускаются. Немедленно уходите. Мы должны выбраться в место для пожирателя. Тащи самые при... Так, привлекательные тушу. За это меня точно уволят. Ну и плевать.
Хватай жрачку. Ну а это хотя бы нормально. Вы постоянно будете на меня нападать? А не, они не постоянные. У меня текут слюнки. Это... Воу. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Все хорошо. Так, осколочек. А куда там дальше? Поездочка. Угу, плюс 2к. Не, здесь хотя бы дают денег очень много. Так, а мне нужно патрон для снайпа. Это не снайперский патрон, ладно. Не знаю, что ты имеешь в виду, но мне не нравится, требую. Убери отыскатель хранилища. Из моей кухни. Вау. Все? А, ты этого сам убил? Опаньки! Чуваки, позорно стелить, а тебе не почти жаль, что потому что неожидание раздвигает самозащита, так что пошли они в жопу. Насилие не решает проблемы, кроме тех случаев, когда решает. Так, мне нужно теперь наверх, это с той стороны. А могу я робота вот этого уничтожить, чтобы он за мной не летал? Или наши рейтинги тогда упадут? Пистолет, пистолет. О, патроны. Давай патроны. Скоро мы уже этот получим за счет ящиков. То, что много открываю. Ту-ту-ту-ту-ту, мяско. А теперь сделаем фарш. Бегом на кухню. Торки, это как президент компании, требую ответа. Какого черта искатель хранилища делает закусочную? Просто пытается кое-что сделать или приготовить. Твоя работа не в том, чтобы кто-нибудь мутить. Так, твоя работа показать мускулы и играть ими, идиот. Слово... Слова могут убить или расстроить. Не успел прочесть, ладно, я просто... По голосу то, что он сказал. Так, хорошо. Ну, как видите, место тут не очень такое уж большое. Так. Марш на фарш. А, я 3 штуки мяса находил. Я думаю, я за одним куском. Руби мясонька. Я думаю, я только за одним все бегал. Восхитительно. Мы почти приготовили блюдо для пожирателя. Мясо готово, осталось добавить только один ингредиент. Смертельно опасный яд. Иди к гнездам игловых каких-то там чувачков. Сюда, да? Так, Иридия. Взрывать закончилось, так что я открою дверь удаленно. Не взрывай ее. Крыть!
Так, патроны. Нормально, 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 все. Не, давайте я продам все. А чё это ж мой? Максимум уровень здоровья. Блин, щит, конечно, хороший, но там минус хп до хера. Там минус до хера хп. А ты ведь понимаешь, что такой командный идиот? Только создал взрывку пушку, а потом продал технологию за $12. И спасибо, мы оставили ее только для пиара. Но теперь нам необходимо... Нужно списать. Включить щиты. О. Чё? Граната! Что это за дерьмо? Щит! Сам себя же отравил, вот идиот. Окей. Так, ну я убил, да? Найдите гнезда. Когда Бог взрывает дверь, я взрываю ее к чертям собачьим. Так, денежка. Не, если будут такие враги, они сильные. Эй, не забудь по дороге так прихватить что-то там. Прихватить, пожрать, он сказал, или чего? Нашел. Бей по гнездам, чтобы разбудить иглобрюхов. Можешь с помощью этого лучше дробовика их убивать. Так, теперь зашлакуй. А у меня что есть с помощью чего? Зашлакуй с помощью чего? У меня шлаков нету. Идиот. Теперь есть. Теперь убей его. Так, тихо, дробовик. Это безбашная херь. Да вы надоели. Блин, пока они... Ой, короче. Брюхи там хер куда пад. А не, нормально. Ой, боже мой. Хорошо. И последний тут там заберу. Ого, у тебя все железо, теперь кидай их в еду для пожирателя, и можем идти в бой. Торг, почему ты продолжаешь историю, тебе себя идет, а ведь именно так ты потеряешь контракт. Зря я тебя не убил, когда была возможность. А, так я мог... Даже так.
Даже так, оказывается. Ну ладно. Загляни ко мне, пусть. Если так, то если так. И куда? Ага, соус, хорошо. Что у нас там? Долце, по идее, тоже должно выйти на час. Как и те. Так, ладно, потом сюда придем. Так, там я вижу зеленое, что там выпало. Не атакуйте меня, идите в сраку. О, да, подсрачник можете давать, чтобы я быстрее двигался. Так, отравить соус. Наверх, наверх, наверх. Теперь кидай ядовитые железы в маринатор. Нажми кнопку и замаринуй это мясо нахер. Так. Мы уже почти все сделали. Теперь приступаем к заготовке. Готовки. Отправляем в печь. Похоже на огромный кусок иридия. Ну все, Торг, вы слишком часто отдыхали от сценария. Сегодня обед отменяется, шеф-повар, включайте духовку. Нам нельзя останавливать защиту духовки, клянусь мышцами живота. Я непременно съем голодный... А, это приготовление еды, мне просто нужно отбиваться. Не подпускай шеф-поваров. О нет, они остановили готовку. Тихо. Когда ты успел? Тихо. Еда готова. Забирай. Пес он жесткий. Манать, он убил мою... Вчера он грохнул мою эту... С помощью кислоты. И меня чуть не грохнул. Блин, ну снайперки хорошие, но все равно мне нужно без эффекта еще плюс. Нужно не забывать. У меня же прокачана там способность, чтобы все было без эффекта. Не сюда, да, сюда. А так, мои вкусовые сосочки горят, словно последний удар тысячи ядерных бомб. Во рту столько слюны, что не можно утонуть. Целую деревню так купается грязь. О, сюда можно пробежать. Торг, если ты убьешь пожирателя, это бред станет для последних. И советует директор тебе так воспользоваться лифтом. Так, хорошо, раз. Давай.
Хорошо. И продажа. Я не знаю, стоит шлак оставить. Давайте, знаете, что сделаю? До встречи! Что я сделаю, что я сделаю? Вот так. Давайте. Первый. Торг, знаешь, зачем мы сделали пожирателем победим? Чтобы его мог убить ты. Десятки участников, он, короче, пожирает. Теперь поржай, чтобы ты наконец убил его в прямом эфире, стреляя из наших самых дорогих пушек. Ты бы был героем. Зачем быть героем, если можно просто съесть героя? Ты самый тупой человек в мире. Искатель хранилища, я нанял несколько участников. Они убьют тебя, если это не удастся пожирателю. Вот голодный участник пожирателя. На замене обычного эту еду существует, отправляйся. Или он заметит тебя. Делай из них винегрет. Не-не-не, подожди. Выжить в бою ужасных пожирателей. Мне нужно их убить всех. Клей требует... Во-во, тихо-тихо-тихо. Требует котл. Повара отправили сюда. Так, подожди. Требует котла. Да, конечно, не бесконечно, ведь так будут. Так, мини-индюшка. Бам. Да, ёлки-палки, я не попадаю. Хорошо. Нет, это дался еще меньше, чем то было. Если они будут бесконечные, типа, нафиг надо. А, так они вылазят заново. Алло. А, все, я могу атаковать его. А, уже поздно, да? Хорошо. Надеюсь, Торг сильно не обидится. Так, отлично. Я сожираю эту тварь, нахрен. Торг, ты не подчинился прямому приказу своего президента. Все, ты труп. Мне так страшно, знай, по моему голосу это незаметно. Но это был сарказм. Давай возвращайся ко мне, охотник. А, искатель, скорее всего, хранилище. Ну все, типа, мы выиграли. Но вы видите, что это бой какой-то был слишком быстрый. Если это дался плюс покупать, но того, кажется, мне не стоит. Ну, того, мне кажется, не стоит. Так, мод. Ридий. Фигня, фигня. Фигня, фигня.
Так, готово, да? Все, больше тут ничего не валяется нигде. Слабый босс. Хотя... Том Долца тоже, кажется, был слабый. Карлет. Ну, вот эти двое женатых... Ух. Прихвати себя. Я сейчас бы прыгнул, вот это все забыл, да? Нафиг его знает, там работали бы лифты или нет. Фигня, фигня, фигня. Фигня. Равно все на продажу. Изи. Все, можно отправляться. Больше ничего тут не спрятано. О, печка. Все. Полетели. Искатель хранилища побеждает. Не хочу орать, уже просто 2 часа ночи, поэтому... У-ху-ху! Это я, здравствуйте. Зашибись просто. Так, приятного аппетита. Облик. Искатель бабули Флинстон. А, Флекстингтон. Кто хочет послушать историю? Моя бабушка твоя горячая поклонница, ты можешь с ней поздороваться? Могу. Только... А, ладно, место есть. Ой, это же искатель хранилища, ты просто звезда, чего стоит твоя победа над Терраморфом? Однажды я тоже сражалась с подлобным чудовищем, это был огромный кит с сотней щупальцев, у тебя довольно драться с противником, у которого были... Какая я же дура, а терма в виде были щупальца. Так на чем мы там остановились? Прости, пожалуйста. А, точно, на том ките. Его двойную жопу апельсин. Апельсин, он напал на город край Цунами, где я жила раньше. Тебе случайно бывало в Цунами край? Замечательный город, красивые пляжи, вкусная еда, а стоит жизни ниже плинтуса. Даже при том... Что я была бабушкой одинокой, и заработали полученную смену на фабрике по образцу, мне не удалось обеспечивать маленькую мистер Турк всем необходимым, пусть расскажет, как пример, деда все равно сводил концы с концом. Ведь в конце концов я у мистера Торга, и у меня больше родных, чем после той учетки газа и ужасного взрыва на рединой шахте, из-за которого погибли мой сын и его прекрасная дочка. В тот самый день маленький мистер Торг поклялся стать повелителем самых взрывов и отомстить за смерть родителей и... Ой, я забыла. О чем мы говорили, о чем же... А, да, про жопу апельсина. Ну так, вот я пожала жопу апельсина... Так, жопу на землю, взяла черноочную. Если мне хотелось сказать черную. Покажется, мне хотелось черники. Она растет у меня на заднем дворе. Мистер Торг, спасибо вам, внучек. Я люблю тебя, бабуля. Я обещала, я взяла в захват его черничную глотку, и мистер Торга заплата. Он очень любил китов, осьминогов, и он хотел... Они короля океана. И поэтому я отпустила на сначала дело ему глаза, чтобы помел. Я уплыл обратно в океан, а потом я вела мистера Торгу отвезти меня на кафе мороженое. Он купил мне Rocky Round. Потом она моя любимая, я обожаю крошечные зефирки. Шоколадные. Так, на сливочном малине, мины вкусные, на шо... Так, а тебе какое-то мороженое нравится? Фисташковое? Уверен, что фисташковое. Ой, кстати, ни за что не угадаю, какой сегодня видел. Еще великолепного. Он волшебник, учился самого безумного Эрла, поэтому у него столько. Я видела, как он заплатил, исчезая улей. Раков целый улей. И я сказал мистеру Торгу: «Мистер Торг, это великолепно». И он ответил: «Да, бабуля». Ты ведь так сказал, да? Помнишь, что это? Помню, бабушка. И потом мы отпустили очередь, взяли у него автограф, и мне сказалось, что он где-то здесь. Ну, наверное, он все-таки так туда залезал и все там разобрал. Там лежит столько памятных вещей, а ты же следишь за рассказом, да? Скажи, какое у меня любимое мороженое? Фисташковое. Rocky Round.
Фисташков. Не, Rocky Round. Rocky Round это мороженница. Нет, это твоя любимая мороженка. Да ладно. Извини, бабушка, извини, что он забыл, какое у тебя любимое мороженое. Я Rocky Round думал, это мороженое именно магазин. После не буду рассказывать истории. Прости, что отнял у тебя времени. Моя бабушка твоя горячая поклонница. Да, короче, забить, это будет долго. Ой, а куда я пошел? Мне хочется этот вкачать. Очечки. Урон, шанс, урон, урон, крит урон. Урон, урон, шанс, урон, уменьшение дачи. Урон, 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 шанс, емкость щита. Шанс, урон, 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 задержка подзарядки. Урон, шанс, урон, урон, урон. Урон, 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 шанс, урон от стрельбы. Отлично. Подобное чудовище, это о чем я вам рассказывал, что типа будет рассказ довольно долгий. А знаете, в чем херня? Она сначала расскажет, и я отвечу. Боже. Потом она расскажет, и я подтверждаю то, что она рассказывала, потом она начнет заново, ну, дальше продолжать. Если я ошибусь где-то, мне придется заново это все слушать. Это где-то будет в течение 15 минут. Я, помните, вам говорил это? Поэтому мне легче будет потом обрезать этот момент, где я просрался. Да, в конце концов, у мистера Торга у меня больше родных, чем последний ученый Газа. Потом он сейчас скажет про то, что он любитель взрывов, поэтому хотел отомстить взрывом, да? Про апельсиновую жопу он уже рассказал, что-то я не усмотрел. Да, вот, значит, про жопу апельсина. Нужно запомнить черника, которая у нее растет типа деревом. Потом мороженое. Роли раунд. Апельсиновая жопа, от кого она встретила. И нужно посмотреть фокусника, о котором она рассказывала, я забыл, как его звали. А, точно, эти. Осьминоги кальмары, да? А потом я взял мистера Торгу. Вот если я в кафе мороженое, он купил мне Rocky Round, потому что это мое любимое мороженое. Я обожаю крошечные зефирки. Зефирки нужно запомнить. Они словно маленькие мины вкуса. Маленькие мины с шоколадом, хорошо. И что-то мороженое сказала. Вы, кстати, ни за что не угадаешь, какое я сегодня видела. Фисташио великолепного. Хорошо, запомнил. Так, я сказал мистер Торгу великолепный, и он ответил, да, бабуля. Ты ведь так сказал, да, помнишь? Фу, как она долго говорит. Жалко, понимаешь, в чем херня? Здесь нельзя это пропускать диалоги. Самое вот обидное. Бабуля номер один. Скажи, какое у меня любимое мороженое? Rocky Round. Значит, ты слушаешь? Чудесно, ты даже более внимательный слушатель, чем мой старый ручной рака. Зверуха. Зверуха это такой милый. У него, если сумеешь их приучить, то самые добрые домашние питомцы в мире. Они любят сидеть у меня на плече и откидывать понемногу от моей... Так, просто чтобы тебя знать. До сих пор помню, как он чирикал. Он делал так. Чаяк-чаяк. Это было так тревожно. Однажды я с ним разговаривал и сказала, мистер Торг. Он любит, когда его называют мистер Зверуха. Арестован, я сказал, мистер Зверуха, сегодня ты мой самый симпатичный. Он такой, ой, спасибо, как это мило.
или что-то черкнул, чтобы я понимала его. А затем он наклонился, словно кляк на меня. Это было восхитительно. Сверху мой третий рак. Первый был Вуди. Его сбил машина, потом был Анита. Его застрелили, когда это было пытался что-то короткое, убило Вуди. А потом я нашла зверуху, он делал что-то на нашем доме. Мы с мистером Торгом повалили. Я прыгнул на него в ближайшее дерево и вылезал точно по хребту. А потом он ответил так, пока он решил, что любит нас. Но это я скучаю по зверухе. Он умер от старости. Раки живут всего на несколько лет, но я с огромным терпением вспоминаю, когда мы были вместе. Бедный мистер Торг. После смерти зверухи рыдал целую неделю. В школе над ним смеялись, что я сказал, что он плох. Не стыдить своих чувств, это очень важно. Тот сахлы. Это точно. Пятерня. Что-то случилось, кстати, хранище? У тебя смущенный вид. А, наверное, тебе что я зову мистера Торга Пятерней. Весь мир знает, что мистер Торг на флекстанском, потом второе мнение. Ведь это же третий флекстингтон. Брать второе имя часть бабушки или дедушки. А мой муж Пятерня Флекстингтон. Для поклонника мистера Торга он передал ему все свои знания. Об оружии, если не урок Пятерни. Корпорация Торг вообще не было существовало. А, боже мой. Я как сейчас помню первое оружие, которое мистер Торг попытался сделать. После смерти родителей это был дробовик Джейкобс. С прикрепленным стволом диапазона. Так, Торг едва не оторвал себе голову. Но все же встал, отряхнулся и поклялся, что к единицам годам сделает оружие, которое будет стрелять и убивать при этом владельца. Ёлки-палки, так и вышло. Для этого понадобилось пару десятки опытных образцов, прежде чем была найдена правильная комбинация, но уж потом, ого, я никого не забуду. Пол бутылки дыма, который был в соседний дом. Ну и ладно, они были противными хмырями. Батюшка, я, наверное, все уши тебе прожал, да? Так долго не знаю, я уже отнял у тебя много времени, пожалуйста. Не думай, что обязательно торг возле меня. Раз у тебя удалось поработать, старушка, возьми это в знак моей благодарности. Доллар. Доллар. Вот тебе блестящий доллар. В мое время это были большие деньги. Ты еще симпатичнее, чем говорит мистер Торг. История бабули Флигстон. Групповое задание. Выдержите ли ваше терпение? Групповое задание, замечу. Терпение вторую историю бабули Флинстон. У меня есть еще одна история, но я хочу рассказать ее тебе и всем твоим друзьям одновременно. Такой старухе, как ей нужно быть. Голос. Поехали. Ох, ты хочешь еще поговорить со мной? Как это мило с твоей стороны. А я никогда не догадываешься, как бы я сегодня встретила капитан Скарлетт. Она с таким грубил мой дом, представили и узнала по фотографии на плакате розыска. Я сказал, эй, ты ведь воевал против искателя хранилища, да? Она такая, я отвечаю, что совершенно время, мадам. Что хотела, откуда? И что победа достала себе по справедливости. Кажется, она что-то хорошая девочка. Пожалуй, тебе стоит еще раз с ней встретиться. Если ты сейчас ни с кем не живешь, понимаешь, о чем я. Конечно, у тебя кто-то есть, искатель хранилища готова спорить над тебя, все пачками вешаются. Надо же, ты краснеешь, ну что за прелесть, как ты так бы и села. Мистер Торг так долго боялся приготовиться девушке на свидание. На школьной вечеринке он просто стоял в углу и ни с кем не разговаривал. Я интроверт. И я пыталась ему все объяснить, не гонись за любовью, говорит я. Если будешь гоняться за мечтой, любовь сама придет. Видишь ли это? Мы смотрим на эти ужасные фильмы в Эхонете. Они учат, что есть только один способ завоевать чьё-то сердце, последнее человечество, пока они не решат, что ты умеешь так нравиться. А на самом деле чувство возникает почти сразу же. И убеденька, вот, полюбить тебя очень сложно. Ты просто прославляешь маньяком. Вот и все. Если так, например, делаешь шутки, которые взрывают или убивают наемников людей, привлечет твою уверенность в себе и в твоем искусстве. Но утверждение в чем-то донес до своего единственного шага, понимаешь? Нет ничего хуже человека, который хочет стать знаменитым. Помню, когда мистер Торка впервые продал свое оружие тому
совету, который во время... Он раздражился гражданский, фотографировал себя, выкладывая в интернет. Оставался со всеми знакомыми, за которыми использовали его оружие. Однажды ему пришлось домой в обминку с двумя супермоделями. И я сказал: «Мистер Торг, что ты делаешь? Ты забыл, кто ты такой?» «Ты же несколько недель не делал новых пушек», — сказал я. И это было правда. Он больше думал о собственной славе. И это был так, чем о том, чтобы избавиться от что-нибудь великолепное. Это была черная полоса в моей жизни. К счастью, Питер не послушался меня и принял работать. Тебе нравится Кербер Бластер? Это мое любимое оружие на пару с зениточников. Но мне старухи кажется, что в бою грубая сила — это еще не все. Стиль — это тоже важно, и ничего не страшнится с десятка крохотных взрывов в воздухе. Это как салют. Только смерти в финале не столько посчитает неожиданности. На самом деле, это навело меня на мысль. Раз мы так порой идеи в своем время, я пишу пьесы. И теперь я сочетаю истории о начальнике турнирных бойца, который пытается найти любовь на арене. Мне кажется, что у тебя большой опыт, так что твое мнение для меня просто неоценимо. Ну вот, пьеса называется «Сломанные судьбы и сломанные шеи». Сцена первая. Из-за деревянного пояса арена после боя, они усеялись части тел. В центре арены стоит одинокая воительница, ее окровавленные доспехи блестят в свете прожекторов. Она сидит в триумфальном воздухе меча в небесах. Валькирия. Неужто ни одна воина не бросит мне вызов? Неужто мне суждено до конца своих дней быть самой сильной, храброй и самой непобедимой воительницей в галактике, ведь я в Валькирия Гроза Гладиатора. Великолепно уходит, качал головой в отчаянии. Слева входит Нодан, уборщик настроенный, у которого скверню, а совсем черный. Он начинает смеяться, части тела с мусора корзины оказалось зеленое что-то там, потому что символизует цвет, который еще сыграет свою роль. Но потом они что-то бросают щеткой и падают на колени. А затем произносят душераздирающий монолог. Нодар. Кровь не смыть. Ни прежде, ни теперь. Я пытаюсь забыть прошлое, но вспоминая, все равно меня это тревожит. Неужто я всю жизнь проживу под личной убирающей жуткой, чтобы скрывать свой позор и уйти от последователей? Неужто я никогда не найду эту славу арену и буду вечно наблюдать за чужими боями, не взяв оружие в руки? Затем, громыхая доспехами, Валькирия выходит на сцену справа. Доброго тебе утра, презренный уборщик. Я слышала шум и пришла узнать, в чем дело. О, великая Вальгерия, это просто стенают души тех, кого ты так освободила, от тех души, которые воют от боли и летят вверх. Вальгерия, глупцы, о чем им сокрушаться? Они больше не страдают, увы, мои жуки только начались, ведь. Мои же муки только начались, на вершине одиноко, а жаль без мынок. Если бы я только мог назвать ей свое настоящее имя. Бой со мной она бы не скоро забыла. Да, мэм. Бука — это настоящая трагедия. Пусть однажды вам встретится достойный соперник. Надоело нагибать без усилий, подумал, что Валькирия что? Надо уходить. Это уборщица, кто-то он такой. Ты подбирает двуручный меч двумя пальцами, что за сила в нем скрыта? Что за тайны он хранит? Я приложу его силу, что когда-нибудь мы сойдем на поле боя. Конец первой сцены. Сцена вторая. В доме губернатора. Ой, блядь. На совет тысяча чашек, чай и гора печенек. И, ой, прости, я ведь даже не спросил твоего мнения о первой сцене, она тебе понравилась? Сцена вторая. Жена губернатора входит на сыну. Жена так и отказывается отвечать на эти нелепые обвинения.
Ее муж смотрит на нее с недоумением. И что это за обвинение? Что губернатора? Знаешь что, кажется, я не готова. Ты сейчас выслушиваешь советы относительно пьесы, а ты чем занимаешься? Расскажи бабуле Флекси, уверена, у тебя были удивительные приключения. Мистер Тор, расскажи, как вы вместе играли в безбашенные и бункеры. Он сказал, что ему в жизни не было так весело. Бабуля, перестань, ты меня смущаешь. Извини, сладкий, но честное слово, ведь ты прочел Искатель Хранилища, и его первые настоящие друзья в школе мистера Торга не мог ни с кем подружиться. Ведь вовсе так в 8 лет у него появился, так в 10 погибло, родители, люди его боялись. Не, говорила ему, что это к лучшему, что ведь тот, кто дружит с тобой из-за внешности, вряд ли станет тебе хорошим другом, но с вами он очень любит тусоваться. В последнее время люди хотят от Торга только что ты или что-нибудь взорвал. А поиграть во что-нибудь ему просто некогда. Ой, кстати, об играх. Ты знаешь игру «Старый дом»? Это новый симулятор в Эхо, там ты смотришь старую хижину. Никакого насилия, просто ходишь по дому, смотришь на корабли с кукурузными палочками и вспоминаешь людей, с которыми целовался. Мне так понравилось, в таком направлении развивается симулятор Эхо. А тебе? Теперь так и только стрельбы и диалоги с такими локальными. Скажи, знаешь игру «Знак самурая»? Весь сюжет под в виде Хоку. И вот что Зеро писал. Ха-ха, шучу, я знаю, что у вас нет времени. А, вчера вечером я играл на уши. На самом проигрывая эхо симулятора. Ух, это такое веселое, это просто мужик и близо бабушка во весь двери. Реальный жуткий комендантный симулятор. Промочилово. Ну я так и жду игру под названием. Штурмовой отряд роботов-охотников. Это огромная случайно генерирующая игра про выживание. Там ты кидаешься бутылками в деревья, пугаешь сидячих на них птиц. В демо-версии я попытал одну птицу до смерти, так что я этой игре ставлю 10 из 10. А ты как развлекаешься? Занимаешься спортом? Похоже, тебе нравится экстрим, например, метание позвоночников? Или волейбол головой психов? В юности у меня была поддержка, так ее звали Наджи. У нее было талант к метафорам. Это старая плата еще из моего детства, идея такая, ты изо всех, а потом смотришь, далеко или улетела его, потом она, блядь, уже 2 часа ночи не пол, чем-то, чемпионат на метнули левый глаз, за счет 30 метров, ходили слухи, что она приняла Эриди, и мне кажется, что кое-кому не нравится, что она победила прошлый чемпионат, Джефф Людмил, они по... нравится. Слушай, а какая у тебя любимая еда? Лично я гамбургеры. Правда, если так сказать, люди смотрят на тебя как... А с другой стороны, с гамбургерами столько можно сыры, можно заменить котлеты, поиграть с... Добавки, не добавляй просьбы гамбургера с... Боже, как я их попробую. Тот картофель фри. Забыл, как где-то она такая. Я ведь даже не вегетарианка. Это овощные котлеты. Это делают на Глаторн планете, такие вкусные. Если их правильно приготовить, то они даже слушают мясо. Мистер Торг однажды, когда я ел после 6 грушек, сколько ты продержался? 12 секунд. Я даже не подготовил слово вегетарианца, а он уже понадобился на кусок, который я держала в левой руке. Чуть пальцем не лишилось, правда, он всегда взялся мясом в беконе. Не знаю почему. Лично мне кажется, что у них вкус блевотных из старых шин. Люди говорят, что со временем вкусные сосисочки становятся более чувствительными. На самом деле они становятся... Значит, когда мистер Торг в 10 оказался от овощей, такие они отвратительные, когда их едим мы с старики, то только потому, что чувствуем всех этих мерзких витаминов и прочую ерунду. Правда, именно витамины позвонили мне. Ведь если накачать организм в В3, то можно поедиться, и даже синяков не будет. Кстати, вспомни, нужно подготовить таблетки на остальные. У меня есть метательный контейнер, поделиться в секунду чисто. Мне очень помогает, а края у него такие старые, делать на дни недели. И можно отбивать от грабителей. Что еще сделать так? Возможно, кушать на
базаре мясо муравьев, пауков. Но нужно будет надеть платье, ведь это отдельно мороженое. Так, что я там? А, мне нужно конфеты. Шварц, мама. Они такие вкусные, такие нежные и сладкие. Как думаешь? Что думаю о них? Я прямо сейчас одно сделаю. Ты не понимаешь ни одну штучку. Мне просто рот пересох уже. Сколько нужно говорить, чтобы просто уже не чувствовать рта? Я не собираюсь ни с кем драться, лучше просто пробегусь. То что, да, все-таки DLC уже DLC много места занимает. Ну как, место занимает, а серия вышла надолго. Чисто из-за вот этого сюжета, понимаете? Слишком долго говорит. Главное, чтобы она в конце еще вопросы не задавала, а то будет вообще пиздец. Обнаружен автоматическая турель, готова к стрельбе. Ой, чудесно, тащи их сюда, и я закончу рассказ. Я уже задолбался, я хочу спать. Мне нужно допройти DLC. Как я говорил, у нас DLC это одна типа серия. Ну, именно такие, охота за головами. Потому что по объему они должны быть маленькие вообще. Ну, типа я мог разделить, как бы, серию. Три ринги, нихера себе. Бабуля. Сейчас они за мной, да, пойдут? Надеюсь, нет. Ну, я думаю, типа, до часа справимся, если что, я там обрежу этот. Тот момент, когда я просрал. Большое спасибо, потому что ее съем, сидя у камина. И расскажу мистеру Тургость, который отделен данными дней, что может быть огнем революции в камень. Только целебный такой успокаивающий. Если далеко иду, типа миссия провалится. Наверное, поэтому наша семья так любит взрывы, ведь взрывы — это ж конфеты. И каждый взрыв напоминает нам о доме. Ой, вот хороший слоган. Для корпорации Торг. А ты как думаешь? Ветерня. Не глупи, это чудесный слоган, и ты прекрасно это знаешь. В юности я зарабатывала на жизнь, придумывая слоганы. Принцип «не промах». Профессор Гайнтон. Ах да, если хочешь стрелять, и попадание прицел Гайнтон. Ты должен доказать, а потом он звучит выстрелы. И кто-то кричит «А, очень мило, но...» Ах, ну я заболталась. Правда же? Спасибо, что вы с друзьями послушали болтливую старуху. Неужели? Я даже предавать не могу, как принято поговорить с новым человеком, особенно с искателем хранилища. И еще одно. Нет, на самом деле это... подождет. Это просто... гибель. В общем, держи. Я всегда был друзья, как и своего внука. Парам-бам-бам. Моя лучшая. Наслаждайся. Есть же на свете приятные молодые люди. Разговоры расчудесно. Все, ребят. Мы прошли с вами долцеху. Это жопа. Я согласен, на это долго. У нас вышло ровно час. Ну, если вместе с интро. Ну, из трех минут будет только.
Так. Или продать. А, давайте это все продам. Угу. Так. Инвентарь. Если я одену, короче, эту голову, у нас просто будет этот голова индюшки. Ну, в принципе, могу это потом в следующей серии показать. Поэтому давайте на этом заканчивать, ребята. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.